Московское наземное метро в рамках проекта по развитию центрального транспортного узла продлят в 10 регионов России, в том числе и в Тверскую область. Об этом сообщает Тульская служба новостей. Этот вид транспорта свяжет столицу с Тульской, Московской, Владимирской, Ивановской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской и Костромской областями. Это позволит существенно увеличить пассажиропоток. По прогнозам, жители этих субъектов будут в 3 раза чаще пользоваться железнодорожным транспортом. Если проект метро одобрит правительство России, то его реализация планируется к 2030 году.